Добрый вечер, товарищи подписчики. Сегодня так получилось, что у меня произошел очередной подгон. Это уже второй от этого человека. И дело в том, что я не могу просто уместить это все в один кадр. И вот решил сделать это вот таким образом. Сейчас я просто поставлю камеру и потихоньку буду все складывать в кадр. Так, ну что, разгрузочка закончена. Я думаю, все видели. Какое количество тут принтеров, я даже их не могу посчитать. Помимо принтеров, здесь несколько материнских плат присутствует. Я их так видел, бегло. Вот таких вот. Далее вот еще одна материнская плата. Такие вот картриджи. Я их только ради вот этой пластинки взял. Тут кое-что от ноутбуков, парочка видеомагнитофонов, парочка телевизора, телефонов, факсов, вот таких вот. Все это я буду разбирать, пока еще сам не знаю, вообще не знаю, радоваться мне или горевать. У меня уже просто сил нету, чтобы это все разбирать. Надеюсь, у меня не появится скоро. Зима у нас длинная. Времени у меня будет много. Всем спасибо за просмотр. Ребят, что я хотел сказать в заключение. Это уже второй день разгрузки заканчивается. И вот я что еще хотел сказать в самом конце. Вот это вы видите на своих экранах. Картриджи. Так, мне неудобно работать одной рукой, не люблю это дело, поэтому воспользуюсь своей видеокепочкой, так что она не держит телефон. Так, что я сейчас хочу сделать? Это у нас обыкновенные картриджи цветные, но они все просроченные.
Как вы видите, июнь 2012 года. На каждом картридже присутствует вот такая вот пластинка. Вот это все я сейчас переберу. Повытаскиваю все коробочки, чтобы они занимали меньше места. Вот. Хотя можно даже отрезать это дело и с каждой сколупнуть. Но сегодня я этим заниматься не буду, у меня пока цели такой нету. Время позднее. Хотя бы вот надо вот так все это дело достать, избавиться от коробок, чтобы хотя бы в пару раз уменьшить объем всего этого хлама. Вот как видите, на каждом имеется такой чип. Все это новое, но оно все просрочено. Принтеры не хотят с ними работать. Когда я доберусь до этой кучи, я вообще просто не знаю. У меня столько дел, что вот я только в 11 часов вечера успеваю приехать, просто это все выгрузить. Как-то вот так. Вот такие картриджи тут тоже есть. Где чип? Чип, ты где? Здесь почему-то нема. Может, под лентой? Первый раз вижу, так чтобы чипа не было. Ладно, пусть отправляется в помойку. Здесь имеется. Тоже имеется. А вот даже вот такое вот. С инструкцией все. Все тип-топ. Вот такие картриджи Хьюлетт-Паккардовские. Но, как мы знаем, под вот этой наклеечкой видно, что в принтере еще не стоял этот картридж. Все это, короче говоря, пойдет на переработку. Такая вот куча меня ждет. И я сам не рад. Немножко. Конечно, я рад, но я просто представляю, какой это объем работы. Вот эти вот, сколько здесь? Ну, кубометров 8, наверное, принтеров. Тут еще немножко системных блоков, кое-что в этих системных блоках присутствует. И я думаю, что, наверное, мне надо как-то искать выходы какие-то на конторы, которые принимают пластик. Вот, мне одну подсказали, но, как оказалось, там привози, заберем бесплатно. Ну, как бы меня это не особо устраивает, смысл мне гонять машину, когда я могу проехать 300 метров и вывалить это все в контейнер, чем я буду жечь соляру и вывозить это им. За спасибо я как бы не особо рад работать. Ладно, ребят, я не знаю вообще, когда я займусь вот этим всем. Надеюсь, вам было интересно посмотреть эту гору. Ну, я должен закончить. До свидания.